Сегодня в Славянском районе проживает 14 ветеранов Великой Отечественной войны. В день освобождения станицы Славянской они принимали персональные поздравления. Одним из первых поздравлений 79-й годовщины освобождения станицы Славянска от немецко-фашистских захватчиков принимал ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Василий Васильевич Вертель. Василий Васильевич! Здравствуйте! Здравия желаю, товарищ полковник! С праздником вас! Спасибо. С днем освобождения города! С праздником! Спасибо! Василий Васильевич прошел всю войну, был разведчиком, освобождал Украину, Белоруссию, Европу, дошел до Кенигсберга. И видя, какие сегодня разворачиваются события в мире, как нацисты снова убивают людей, он не смог оставаться в стороне от происходящего. Я эти места, период Отечественной войны прошел. И Мариуполь, и Свердлов. Куйбышев, городишко на Миусе, и Скадовск, Каховка. Все эти места с боями я прошел, прекрасно их знаю. Бендеры, вы не знаете, что такое бендеры. Я с ними сотни раз встречался с разведкой. Мои ребята гибли, командиры многое. Солдат они не допрашивали, они если знали, что это... Русский солдат там, или армян, или грузин, или кто. Они сходу расстреливали. Немцы хоть какие фашисты были, но они в лагерь отправляли. Еще куда-то там, пока, как говорится, не уничтожить. А бендеры, они на месте расстреливали. На месте. Это хуже в несколько раз, чем фашисты. И наш президент правильно сделал, надо было раньше не дать им укрепиться. Украины, как таких бендер, не должно быть, не должно быть. Это враги самые страшные. Я еще раз хочу, спасибо президенту, он молодец, он правильно поступил. Вот такое оно твердое и безапелляционное мнение солдата Победы, знающего на собственном опыте, что такое нацизм и почему важно с ним бороться.